субботу в Самарской области ясная и сухая погода, тепло. Температура воздуха днем 24-26 градусов, ночью 15-17 выше 0. Ветер преимущественно западного направления 4-6 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 25, ночью 17 градусов выше 0. Ветер западного направления 4 метра в секунду. В Самаре ясное и без осадков. В дневное время плюс 25, ночью 16 градусов выше 0. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 34%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru. We'll be right back.